Да. Всем снова привет, ребят. Вы снова попали к нам на канал OMZAP. Сегодня мы в нашем офисе Капотни 32 и сделаем для вас, в принципе, очередную рубрику обзора. Спартажик у нас стоит с капитальным ремонтом двигателя. Ждем блок с гильзовки для сборки мотора. Так, АХ-55. Этот у нас автомобиль с ремонтом АКПП. В принципе, сейчас мы ждем гидротрансформатор из ремонта. Все остальное мы уже получили для того, чтобы его собрать. Рядом с ним Sorento Prime, также с ремонтом коробки. Ну, собственно, 8-ступенчатый автомат, легендарный. Постоянно приезжаю сейчас уже с пробегом так больше 150, в основном 1000 пробега. Проблемные коробки на самом деле, особенно если люди еще забывают вовремя менять масло, то долго не ходят. Так, еще один 55-й. Здесь у нас как бы комплексные работы, двигатель на этом автомобиле заклинило. Плюс при клиент принял. Давай попробуем капот. Вот он стоит без двигателя, без коробки. Здесь при замене двигателя клиент привез контрактный двигатель. Не стал восстанавливать старый. Нашел вариант подешевле. Но также попутно еще есть проблемы с полным приводом. Поэтому сейчас двигатель уже стоит у нас в бушной времзоне. Сейчас занимаемся восстановлением полного привода и потом уже все вместе будем собирать, устанавливать на автомобиль. Так, также Sorento с ремонтом АКПП, но здесь уже у нас 6-ступенчатый автомат. Коробка уже в принципе собрана, там у механика на столе осталось по сути только ее поставить. Автомобиль дизельный, в принципе, многие, наверное, читали про и слышали, даже видеообзоры у нас были на канале, где выкручивается один очень интересный болтик в коробке на дизельных автомобилях, шестиступенчатых, упирается в поршенек и начинает подгорать пакеты фрикционов. Вот как раз человек столкнулся с такой проблемой. Приехал изначально на диагностику, после диагностики он даже уехать не смог, машина просто встала, поэтому он сразу оставил ее нам на ремонт. Вот, в принципе, я думаю, что через пару-тройку дней человек уедет. Так, здесь, да, про Prime. Как видно, двигатель на месте, но отсутствует коробка. Это еще один автомобиль, как раз с ремонтом АКПП. У нас их вот сейчас так получилось, что практически, насколько я помню, единовременно стоит 4 автомобиля с ремонтом коробки. Можно еще пройтись по той части стоянки, там у нас тоже есть пару интересных автомобилей. Так, здесь у нас старенький карнивал стоит у нас. Сейчас давай-ка мы его откроем. Авто приехало у нас уже достаточно давно на комплекс ТО, работ там связанных с ТО, профилактические работы, примойки радиаторов. Сразу клиенту предупредили, что основной радиатор охлаждения в плохом состоянии. По итогу клиент говорит, в любом случае сейчас проблема найти на данный автомобиль хотя бы даже не оригинальный радиатор, там сроки ожидания там порядка 2 недель. При установке, прогреве радиатор все-таки потек, как мы предупреждали клиента, что такое возможно. Ну, в итоге машина у нас, ожидаем радиатор. Так что да, автомобиль
хоть и старенький, но в принципе еще крепкий, надежный. Это еще оригинальный радиатор. Вот будет его только первая замена, хотя машине-то уже. Ну это получается он как, он видишь, переходная модель. Да, поэтому двигатель уже пошел HB-шный, хотя эти кузова еще помнят 2.9. Турбодизель старенький. Так, здесь Grand Starex. Так, это у нас замена головки. Головка у нас пошла на выброс после опрессовки, потому что опрессовка не прошла. Палисад, это там то, что, как раз помнишь, мы с тобой снимали обзорчик, где заклинивший масляный насос. Все, уже запчасти под него собрали, завтра механик выходит. Будем собирать, устанавливать на этот автомобиль. Еще один Grand Starex. Давай-ка откроем капот. И что мы видим? Отсутствие двигателя. Двигатель мы сняли, разобрали. К сожалению, спасать в двигателе нечего. Он вообще нечего. Слушай, там головка вся в трещинах на выброс. Два шатуна провернуло. Там вкладыши просто в пыль стерло. Вкладыши коленвала просто там превратились в фольгу. Посадочные места нарушены. Хона нет, задиры по цилиндрам. Ну, то есть клиент сейчас вот процениваем ему собрать на новом блоке это все. Пока клиент думает, все-таки собирать им на новом, хватит ли ему денег, или же все-таки вести бушный двигатель. А здесь у нас тоже Starex первого поколения. Вот, с ремонтом топливной системы. У человека была жалоба на очень долгий пуск автомобиля. По итогу сняли форсунки, сняли ТНВД, отвезли на проверку. После проверки выяснилось, что да, требует ремонта. Здесь еще у нас, как ты видишь, еще ременной двигатель стоит. ТНВД сегодня мы как раз забираем из ремонта. Форсунки будем ставить сразу новые, потому что здесь чисто механические форсунки, и ремонт обходится чуть-чуть дешевле самых форсунок. Там, если я правильно помню, здесь форсунка новая стоит что-то в пределах 5000 рублей. Поэтому клиент не стал даже думать, чтобы восстанавливать старые, решил сразу давайте поставим новые. Но вот с ТНВД, конечно, там ценники немножко другие. Да и найти их сейчас сложно, поэтому они, в принципе, неплохо поддаются ремонту. Восстановили. Так что, да, сам двигатель достаточно надежный. Единственное, что кузов уже немножко у него уставший. Он, если посмотришь на задние арки, их уже, в принципе, нету. Они, к сожалению, уже по кузову... Бобр с курвой, да? Да, их уже поело. Так, ну, в принципе, по стоянке, наверное, все. Пойдем пробежимся по ремзоне, посмотрим, что у нас сегодня здесь приехало на ремонт. Ну вот, сразу начнем. Приехал сегодня автомобиль Hyundai Sonata, 21 год. Несмотря на то, что год у нее свежий, пробег уже 160 тысяч километров. Человек предварительно уже в другом месте делал эндоскопию по двигателю. Двигатель здесь G4NA стоит на этом автомобиле. Задиры 3-4 цилиндра. При эндоскопии еще увидели, что эти же цилиндры все в масляном нагаре, то есть массажер уже был. Человек сдал в ремонт, сейчас он, Вова, приступил уже к снятию движка на стол. Будем его разбирать, дефектовать, приглашать клиента на осмотр. Так, здесь у нас очередной Grand Starex. Ну, здесь уже собрали, было обращение ГУЛ в задней части автомобиля. По диагностике подшипники
полуосей лево-право. Правую сторону сделали, левую уже поставили, как видишь, на место. Сейчас уже собираем. Да, это пока у нас он приехал на осмотр и сразу же решил сделать пороги. Здесь будет замена порогов после того, как мы закончим со слесаркой. Потом еще у человека помимо порогов будет замена, даже не замена, а ремонт мест уши подрамника, то есть вот эти места ему будем восстанавливать, которые тоже уже достаточно сильно погрызла ржавчина. В принципе, это уже далеко не первый автомобиль, где мы эти работы делаем. Спрос на это есть, но состояние ты сам видишь какое. И это еще далеко не самое плохое, то, что к нам приезжает. А вот, кстати, как раз, да, вот этот мотор с АХ-55, который нам клиент привез. Вот он стоит, ждет своего часа на установку. О, Мишка, привет. Привет. О, так, Мишка, насколько помню, здесь у нас с тобой ТОшка, замена всех жидкостей и трансмиссионных двигателей. Ну, Мишка сразу как бы больная точка тоже Сорента в этом кузове. Это нижние части основного радиатора охлаждения. У нас вот так вот сгнивает. И уже раздувается. Он, да, он провисает в улыбку. И вот в этих местах со временем начинает подтекать вот эти по углам. Здесь D4HB. Это у нас D4HB. Ну, собственно, стандартная ТОшка. Что там, маслодвигатель, коробка, угловой редуктор, задний редуктор. Сейчас еще там в процессе диагностики посмотрим, какие есть еще недочеты. Вот еще машинку нам в кузовной привезли. Соната. Получила хороший удар по передней части. Уже, в принципе, как видишь, ее немножко подразобрали, когда делали процентку всех повреждений. Все проценили. Клиент согласился на ремонт. Запчасти заказали. Будем с ней дальше работать. Пока ждет запчастей. Ну, сейчас выйдет у нас Александр, наш маляр. Будет маляр-жестянщик, будет подготовку пока делать, пока ждем запчасти. Так, ну смотри, сзади тебя здесь вот он тоже еще стоит один Сорента. Но это у нас электрик уже продиагностировал машину. У человека некорректно работал центральный замок. То есть он открывает, исключая из кнопочки в салоне, но не закрывает автомобиль. Уже тоже не первый автомобиль с данной проблемой. Посмотрели по проводке, здесь все хорошо, обрывов нигде нет. Вот здесь вот, если... Давайте покажу. Там есть у нас... Вот здесь в блоке предохранители, да? Вот здесь вот. Его видно. Там у нас впаяна релюшечка, которая отвечает как раз за работу центрального замка. Это уже... Не помню, на моей памяти, наверное, третий автомобиль за последнее время. Реле, оно впаяно в сам блок, поэтому здесь у нас два варианта. Либо мы сейчас вот прocениваем новый блок под замену. Если цена там будет космическая, то есть, в принципе, вариант его восстановления. Просто восстановление тоже не дешевое удовольствие по итогу оказывается. Поэтому здесь надо сейчас вот для клиента взвесить, какой вариант финансово ему будет приемлем. Так, вот. Туксончик стоит у нас, двухлитровый дизельный, да, тоже на, в принципе, стандартная процедура. Профилактическая для дизелей, как бы уже с пробегами ближе к 100 тысячам километров пробега. Мойка впускного коллектора. Так как экология здесь вся в рабочем состоянии, впускной коллектор
достаточно сильно забивается сажей, как на 2-литровых HA, так и 2,2 дизеля HB-шки. Да, в принципе, любой дизель просто требует такой процедуры. Сейчас давай посмотрим. Наверное, уже Леша все уже отмыл. Здесь уже все патрубки отмываются, дроссельный узел. Ну и сам коллектор. Плюс еще дополнительно снимаем. Здесь стоит еще радиатор охлаждения EGR, который тоже сильно забивается сажей. Его тоже снимаем, тоже моем. Стандартная процедура для современных дизелей. Особенно если машина у вас большей частью эксплуатируется по городу в режимах небольших поездок, то это происходит еще быстрее, когда редко выезжаешь на трассу и нет возможности дать машине хорошенько газу, чтобы это все делал. Да, ну, стандарт. Ну, в принципе, вот мы с тобой и пробежались сегодня по нашей ремзоне, да, праздничные дни, Пасха сегодня, кстати, Христос воскрес. Ну вот на сегодня все, поэтому, ребят, какие-то еще вопросы, если остаются у вас, пишите в комментариях, мы их читаем, стараемся по максималке ответить вам на интересующие вас вопросы. Будут идеи для наших новых обзоров, также пишите, посмотрим, будет что-то, что, скажем, ставьте лайки, и по вашим лайкам мы будем определять, что вам больше всего интересно, и снимать, может быть, узконаправленные сюжеты для вас. А на сегодня все. Всем пока, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо. Давай, счастливо.